Всем привет! Я Серебрякова Наталья, директор образовательного портала «Энигма» в городе Домодедово. Также один из моих проектов – это клуб семейных путешествий «Санланка». Мы с детьми, родителями любых возрастов путешествуем по всему миру и делали многократные проекты в таких странах, как Камбоджа, Шри-Ланка, Мальдивы, Узбекистан, Грузия, Черногория и так далее. Список неокончательный. На настоящем форуме 2-3 ноября в Москве LT Trends я расскажу вам о том, как это делать и как делать выездные мероприятия, которые взрывают эфир и привлекают очень много интересных участников. Пойдем за мной.